Значит, это сорвом. Ров копать, что ли? Рофлить? Да. Ну, типа, издеваться над кем-то, смеяться, да? Писать какие-нибудь плохие вещи, там, не знаю, там, что-нибудь. Ну, не знаю, надо смеяться, наверное. Нет? Смеяться. Да? Да? Ну, смеяться, шутить. Донатить. Блин, у меня сын использовал это слово, он играет в игрушку компьютерную, задонатить. Ну, честно, я даже не запомнил, что это означает. Ну, задонатить, я не знаю, там, в играх что-то там, я не знаю, как это объяснить даже. Получить, может. Как же она называется? Я сейчас точно скажу тебе. У меня она есть на телефоне. Игрушка эта. А, стендофф. Стендофф, вот. Я как-то с ним это играл пару раз там. И он это слово использовал. Ну, доначу, я не знаю, делаю что-то. Ну, может, убить игрока какого-то? Не знаю, скинуть деньги, наверное, тем, кто ведет прямой эфир или что-то такое. Пожертвовать, ну, типа того. Это бабки закидывать. Кто? Бумер. Машина. Бэха. БМВ, машина. БМВ. Бумеранг, может, какой-нибудь, нет? Федя Кудряшов бумер, а Захарян зумер. А, старик, типа, а кто молодой, тот зумер, да? Бумер, ну это мы. Поколение бумеров. А, ну типа бумер, типа ты поколение бумера, когда смотрел, типа старик уже, да? А зумер, типа ты щегол вообще. Ну, это, наверное, какое-то выражение, ну как, если кто-то что-то сказал, что вписывается там в происходящее или что-то такое, наверное, можно сказать, что за. Ну, жизненное что-то. Ну, типа стандартная ситуация. Ну, типа жизненная ситуация, да? Жизнь? Ну, это типа лидер, наверное, что-то такого. Тот, который тащит что-то? Ну, тот, кто... На первом месте, например. Ну, это кто, наверное, лидер, который за собой ведет, это, допустим, там, в той же игре там, компьютерной, кто больше всех там киллов сделал, тот этот и тащер. Ну, типа красавчик, типа вытаскивает там что-то, делает что-то хорошее. Что-то с лицом связано. Ну, что-то с лицом связано. Выражение лица. Ну, такая, типа, ситуация неловкая, да? А, ладонь к лицу? Рука-лицо, типа? Ну, рука-лицо, типа. Вот так? Да. А, вот этот? Не, просто, я думал, это кто делает? Это Дибало делает вот так. Чуть-чуть другой палм там. Чё? Александр. Нет. Вещь какая-нибудь паленая, что-то, да? Что-то ну, не настоящее, наверное, что-то там, не знаю, китайское, не знаю, что-то такое. Паленка, типа, не настоящий, паль. Паль? Ну, это, короче, подделка, наверное, да? Паленая вещь. Ну, не оригинал. Вайбер — это мессенджер? Не знаю, вейп — это вот эти сигареты, вейп, вайп. Вайп? Вайп. Чувство. А, это типа вайбить? Или это типа там прийти покурить эти электронные сигареты или что это? На вайбе. Ну, типа атмосфера. Даже не знаю, что это. Бенгер. Ну, типа бандит какой-нибудь, нет? Бенгер. Блин, я думал, бендер, думаю, хоть легкая попалась. На который типа топ музыку делает. Ну, не знаю, нет. Бенгер. Хит. Не знаю, ну эмоция просто, наверное, какая-то. Восхищение, что ли. Ауф. Кайф типа, да? Вау, да, кайф, вау. Ауф же есть, это, ну это надо к Джике туда, да? Ну типа, ауф, какой там шашлык. Ауф, какая девочка. Тоже слышал, типа, я не знаю, удивляться, ауф, нет? Смеюсь. Ну, типа, смеяться с чего-то, нет?
Когда слишком смешно? Масса эмоций от какого-то там, события, наверное. Восхищение, да. Типа я в шоке. Я ору. Я ору с тебя. Ну, типа, ну я в шоке себя. Я там, смеюсь, я, да? Что-нибудь скачивать, может быть, не знаю. Разбивать на части? Слышал, забайте что-то там, можно еще что-то, не знаю. Заговорить? Байтить. Что-то тоже знакомое. Это украсть, что ли? Кусать. А байтить? Кусаться. Украл. А, ну, своровал, да? Байт. Кто придумает эти сленги? Да это вот молодежь. Наши сыновья, дети. Чтобы мы не понимали, они там друг с другом общаются, о чем говорят, непонятно.